С завтрашнего дня единый период нерабочих дней в России завершается. Об этом сегодня во время обращения к россиянам заявил президент России. Владимир Путин подчеркнул, снятие ограничений в стране будет проходить поэтапно, чтобы не допустить вспышки заболевания. С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется. Причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная. И случаи новых заражений носят пока даже единичный характер. Но нам нельзя допустить срыва, отката назад, новой волны эпидемии и роста тяжких осложнений. Повторю, выход из режимов ограничений быстрым не будет. Он потребует значительного времени. Поэтому, начиная с 12 мая, на всех этапах, вплоть до полного завершения эпидемии, необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах. Поручаю правительству, главам субъектов федерации, санитарным службам обеспечить контроль за их соблюдением.